Не прыгай, одумайся. Давайте, Не, побежали. Дариус. Ой, а что на меня-то? Подожди, ты слышал? Теперь Она твой сказала, уже. нет, Дариус. О, нет! Про что, Лим? Ева у нас там на важные переговоры, короче, нет. А, не, не про Ну, я говорю, да, Ева? Ева заходит первая. Здравствуйте, я пришла на а, переговоры. А, вон, блядь, побежала, побежала, нахуй, побежала. Я на важные переговоры. У нее осталось 5 минут до встречи, вы чего? Она спешит. В моем кейсе бомба, если что-то пойдет не так, я ее активирую. Мои люди активируют ее. Я думаю, что это будет разрывная шутка. Я боюсь, нас там разорвут. Не, ну там, да, реально сразу пулю в голову. Зато без мучений. Да, вот будешь говорить, когда ты это, знаешь, станешь таким... Не-не-не, знаешь, как надо... Я бы не стал заглядывать в мой кейс. Как вам стыдно заглядывать в сумку дамы? Что в вашем кейсе? Я бы не стал заглядывать в мой кейс. Ванес. Что? Я бы там, знаете, там же рядом. Без разницы, темненькая, не темненькая. Да я думаю, да. Заебись. Ну, она ничего не говорила же. Ну нет. Ну все, если они не сказали, знаешь, это уже их. Это как ну, получилось, кстати, проблемы, что. Проблемы про базы... граждан шерифа не ебут. Вот вот. Бля, ну они ж не сомелье какие-то, нахуй. Вот да, виноград 98-го года. На месте, да, урожай, а, нахуй. Вот, вот Савиньон Блан 95-го. Хоккеист, потом кто еще? Сомелье. Блядь, они это выпивают и выплевывают из сомелье. Чизнесвумен, чизнесвумен. Да, красный рейнджер, Тачанкин. Сварщик, сварщик. Сварщик вон, блядь, бежит. Не, это Тачанкин. Ну, ладно. Какой Тачанкин? А, подожди, он пчелиный король, блядь. Чёрт, типа, прикинь. Я сейчас, сука, застрелю нахуй. Пчелиный король. А я хуй знает, там какой-то прикол придумали с ним, что он пчелиный король. Акира, сука, уёбок, которую я тоже завалю когда-нибудь. Конечно, бизнес-леди потеряли. У меня там, блядь, полная сумка денег, блядь. Знаешь, самый прикол? Что терять? Прием, прием. На связи, блядь. Охраняем первую леди. Да ты не надо, блядь! Она в радиусе. Это полный пиздец. Ну за радиообмен, конечно же. А сцеплена как на тебя. Ай, блядь. Принято. А я не слышу тебя. Тебя, если что, Лем, на рацию не слышу. Да, тебя, Лем, я что, блядь, на рацию, что ли? Говорю, у меня нету, блядь. Это воображаемое, блядь. Ладно, я тоже на воображаемое. Ну, ладно, что за дело такое? Бывает иногда. Я вот иду, у меня сейчас музыка играет. Imagine Dragons. Она у тебя играет, боюсь. В наушниках. Я так понимаю, у тебя совсем часа отработала, что у тебя музыка играет. Фляга свистит, блядь, на хуле ебать. Я тут в этом городе одичал, блядь. Смотри, не повторяй. Самая большая дурка, которую я в своей жизни видел. Не думал, что я здесь окажусь. Я аккуратненько, у нас аккуратненько. Я так, знаешь, на грани прям, блядь, на грани. По лезвию хожу, короче. Ну, не бегущий по лезвию, блядь. Пойдем тебя спасем. О, Дариус, полетел, полетел. Блядь, Боинг на взлет пошел. Блядь, короче, самурай рейнджер. Буквально вот так. Подожди, она впереди. Бля. Прям подождите, Ванесса, она опять что-то задумалась. Блин, ладно, пофиг. Сука. Ладно, пофиг, мне не научиться летать, видимо. Просто I believe I can fly, да? Это везёте. А ну-ка, покажите ему. Давайте, побежать. Как ты летаешь, Лим? В смысле? Руки в сторону расставь. Ребят, давайте быстрее, блядь. Полетели. Побежали, побежали, давай, 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 блядь, сука, побежали. Да побежали, всё. Тут, знаете, я смотрю на эти небоскрёбы, и мне что-то так хочется. Лететь? Как птица? Ну да, типа бля, да. Бля, пиздец, ёбаный небоскрёбы. Кого я взял с собой, бля? Детей. Ебать. Не, типа, это шестая палата. Ладно, все, хватит. Это клиника уже, бля.
Нормально. Мы кого-то потеряли, не? Тормозим. Прием, прием. Где первая леди? Я не вижу ее. Я не вижу ее. Я не вижу ее. Нормально, нормально, замыкающий. Блять, что это было так? Что там случилось? Что там за... За жоп схватил. Он, понимаете, он уверенно взял... Трусы натянул. Не понял. Давайте дождемся того, кто позади. Или да это он замыкающий, Ричард. Ричард Гир. В фильме... Злобный англичанин. Два Боинга. Сварщик. Хоккеистка. Это Бибиз Маман. Чизнесвумен. И долбоёб в шляпе. Чизнесвумен вперёд ушла. И долбоёб в шляпе. Шериф. А, как там, блядь, Бибизе есть какой-то чериф? Блядь, как его зовут, я забыл. Я забыл, как он. Чериф. Блин, рейнджер может зачитать Миранду. И посадить кого-нибудь. Да. Ты? Ну да. Давай, зачитаем. Вы имеете право хранить, завалить ебало. Все, что вы скажете нам, на это будет похуй. У вас есть право на дорогого частного адвоката, которого вы себе никогда, блядь, не позволите. А также у вас есть право на бесплатного государственного никчемного адвоката, который, блядь, нихуя для вас делать не будет. Также у вас есть право на один телефонный звонок, боже, который мы нет, вам не дадим. Посмотрите, мы не можем это пропустить. Ох, блядь, бегите. Бери, сука. Бегите, бегите, давайте, давайте, давайте. Беги. Мы в сапоге. Бизнес-леди. Бизнес-леди. Потеряна. Где бизнес-леди? Беги, 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 беги. Давай, 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 давай. Ой, ё... Блядь. Зачем я это сделал? Сука. Аккуратней, аккуратней. Все, всех. Пиздец, блядь. Никто не... Где? Раз, два, Боже, три, четыре. Чё вы давай, слезай, что закончилось? Кто он, блядь? Котёнок, слазь! Котёнок, слезай! У меня один вопрос.